Resident Evil 6. Всем привет, с вами Элис Фон Блэк, и мы продолжаем проходить Resident Evil 6. В прошлой серии мы неожиданно каким-то макаром показались в плену в Китае. Да. И еще от устанка бегали, но мы это делаем почти всегда. Я надеюсь, что Шерри там справится, и мне сейчас нужен мотоцикл. Sherry, I found a bike. Just hold on. Okay. Почему мотоцикл? Господи, я себе представляю сейчас, как я на мотоцикле буду гонять. Это ж пизда сейчас будет вообще. Но я надеюсь, что мы сумеем пройти это, ну, хотя бы с пятой. А, черт, короче. Мотоцикл, это слегка не мое, не моя стихия. Ну, хоть сохранение прошло, и то ладно. Посеребрили в обе медальки. Блин, мне не хватает буквально 10 тысяч. Боже, как я не хочу на мотоцикле. Это так сложно. Вылупление. Ладно, я готов. Я попытаюсь. Yes. We're all right. Understood. I'll make sure. We'll be there soon. What did he say? He gave me the rendezvous coordinates. It's close. Это недалеко. Ой. Держись, только не надо выдавливать из меня кишки. Шерри спереди. Держись, Шерри.
Я постараюсь не убить нас. Уху! Слоумо, мушан. Стреляй. Это нормально. Должно болеть. Блять, щит, пидоры. Там сейчас еще машины будут. А-а-а-а! Заебись! Так-то мы пока еще прямо едем, ничего. Блять. Прямо едем, ничего тогда. Сори. Сори, чувак, я чувствую, сейчас от меня напарник, короче, отключится нахер. Такими темпами. Так. Спасибо, что расчистил мне площадку. Чувак. Ты чё? Как это за ворот? Хорошо, хоть мне это по скрипту сработало. Мощно. Я так и знала. Я так и знала. Надо было ехать с другой стороны. Сори. Это сложно. Моя смогла. Шерри, залезай, поехали. Я не помню, в какую сторону. Все, вспомнила. Шерри, стреляй. Опять. Слушайте, на самом деле парни очень мешают очень. Эй, Шерри, руку убери, я не вижу ничего. Оп, вижу, все, видел, видел. Я-то думаю, как мы на шоссе-то оказались. Там где-то машина дурацкая была. Мама ми! Как я это делаю? А, понятно, никак! И никто не кричит, Джейк! Я знаю, что я косячу. Ну хорошо, хоть мы отсюда начинаем. Опять эта машина, ну блин.
Я обещаю, что я исправлюсь. Но напарник нас сейчас оставит, я чувствую. Упс. Резко сюда, резко туда, резко в автобус. Он не ту мне машину показывает, в какую я врезаюсь. Кошмар. Лучше бы мы играли без напарника. Потому что реально стыдно. Но с другой стороны, напарник в любых других ситуациях не очень даже нужен. Ой-ой-ой-ой. Надо просто сбрасывать это. Вот и все. Вот. Вот я сбрасываю, поворачиваюсь удобно. Мы же вроде никуда не опаздываем. Просто едем. Да ты держись там, детка. Шерри, убери руку, ни хера не видно. Ой. As if we didn't have enough problems. Watch out! Here we go! Hold on! Ну хорошо, хоть прошли из этот дурдом. И напарник с нами остался. Scouts are here too. Я готов. А вернее нет. Мне не тормозили уши. We don't need their help. I didn't ask for it either. I know you don't like him, but the prick is here. Alright, alright. Enough about Redfield. Jesus, getting old.
кстати, они на лестнице. Фига, он так жопу сделал. Типа секси-шмекси, да? Так, где тут может быть это самое? Лестница. Ага. And I thought we'd be here all night. This way. Okay. I'm taking that chopper out. How? With what? Not sure. Kind of making this up as I go. Too well for him, is it? Wanna show him how it's done? Well, I have some explosive rounds to beat the odds. Hmm.
Резик, наверное, это именно та самая игра, в которой я комментирую меньше всего. Сижу тут, короче, молча абсолютно. Пытаюсь, короче, вертолет найти. Где он там? Еще должен... Упал, по-моему. Велосипед. Did you even see the kind of helicopter they sent after us? And a bird like that costs around $15 million. Man, terrorism is lucrative. Maybe they have an oil baron or two in their pocket. Oil baron? You know, in the country I was born in, people think Uncle Sam causes most of the problems in this world. Loves to blame America for everything. We're not the bad guy, Jake. Well, these terrorists have unleashed bioweapons on our country too. So the whole world's going to hell. You're the only one who can save it. Well, shit. As long as there's no pressure, right? Ящики пропустил. Шерри такая милая. А тут сейчас будем, короче, от веселой тетки бегать. С пилой.
smooth. You're not even gonna ask if I'm okay? I thought you were indestructible, Supergirl. Another bolted door? Seriously? I got it. Мне... Нет, мне не показалось, там синяя тарелочка. Моя любимая. Где она? Я ее не вижу. Ну, Шерри, блядь, уйди! Спасибо, Шерри. Chainsaw can do.
think he's down. А вот и Леон. Я уже забыла, где у меня кнопка В. Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Работаю дела родителям. Девочка такая, 1.50 м. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Jake! Это еще кто, кто кого, интересно, защищает. Let me handle this. Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Watch out for his arm! Got it. О, бля! Now's our chance. Let's go. Roger. А мы, короче, остались с этим парнем веселым, который у станок.
Что он там завис? А я чё? Я ничего. Шок ему по голове, короче. Исчез. Он такой. Если он в половину так хорош, как ты говоришь, то с ним будет все хорошо. Хорошие мальчики не умирают. Взяли, короче, друг друга, короче, такие, типа, выпали. Нам куда? Меня тут таблетосами, я смотрю, занимается. Гнездо. Знаете что, друзья мои?
Я так думаю, вот на этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.